Смотрите в субботу в 18:30 на канале Ю в программе «Ретроскоп». В конце марта 2007 года мы рассказывали, как в Печорском районе развивались сельское хозяйство, почему дело не пошло. А еще ровно 12 лет назад наша съемочная группа выехала в район. В поселке Изию проходил сход жителей. Была когда-то в железнодорожной части города за кинотеатром имени Горького баня с мраморными полками, отличным паром и потрясающе вкусным лимонадом в буфете. Когда баню закрыли, встал вопрос о судьбе здания. 469 выпускников печорских школ в 2007 году окончили свои учебные заведения. 12 лет назад единый государственный экзамен только-только входил в практику сдачи экзаменов. Многое было непонятно. Итак, встречаемся в субботу 30 марта на канале Ю в программе «Ретроскоп». Нам еще есть что вам показать, а вам что вспомнить.